Самара наполняется волшебством. Первая шишига-летун, которая появилась в областной столице, расположилась на Хлебной площади. Открытие провели соавторы проекта «Писатель-сказочник» Денис Липстер и Елена Загороднева. Маленькая шишига стоит на миниатюрном пьедестале на стене музейно-выставочного центра истории и развития пожарно-спасательного дела. Когда ты живешь в Самаре, ты вдохновляешься чем? В первую очередь Волгой, во вторую очередь атмосферой старого города. И, собственно, они для того и нужны, шишиги, городу, чтобы все это объединить. Понимаете, у нас вот много прекрасного модерна, у нас есть потрясающая река, у нас есть Жигулевские горы и Самарская лука. И вот шишиг мы сделали для того, чтобы они как раз все это вместе объединили. На открытие нового городского арт-объекта Полина Тараненко попала случайно, прогуливаясь по историческому центру. Она первая сделала селфи с достопримечательностью. Я в шоке. Красивая, миниатюрная. Это круто, это хорошо. Это интересно. Мне такие фигурки нравятся. Еще две самарские шишиги-летуны также расположились на пожарной каланче на Хлебной площади. Эти существа собирают лунный свет, с помощью которого творят добрые дела. Ожидается, что в городе появится 27 фигурок в 10 разных локациях. Светлана Кудрявцева, Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.